Снегопад не был сюрпризом, однако коммунальные службы сработали на оценку ниже среднего. Так прокомментировали чебоксарцы ситуацию в столице нашей съемочной группе. Снег начался еще в воскресенье и шел всю ночь. Многие горожане с трудом сегодня утром добрались на работу. Вот так выглядел участок улицы Карла Маркса у площади Республики в 10 утра. К этому времени из центра города уже вывозили так называемые снежные отвалы. К состоянию проезжей части нареканий у водителей не было. Чуть хуже дела обстояли в спальных районах города. Более-менее пока вот эти участки зачищены, а вот эти заезды, конечно, там очень плохо. Но погодные условия, чего поделаешь. Сложнее всего сегодня днем пришлось пешеходам. Работающая на дорогах техника заваливала подходы к переходам. Их не успевали расчищать. Часто на тротуарах невозможно было разойтись вдвоем. Как сегодня оцениваете работу коммунальных служб? Да вообще никак. Ну, сами же видите, ничего не почищено. Да. Оттуда шли, нигде не чищено. Трудновато. Я из Чапарской еду в больницу детскую. Там вообще не чищено. По снегу, Владимир Иванович, как работа организована? С более суток идет снег, ожидается и сегодня, и завтра, и послезавтра. 31 единица КДМ-ки работали всю ночь, более 20 единиц техники МТЗ для того, чтобы расчищать тротуары вдоль магистральных улиц. После 3 часов ночи управляющие компании вывели свою технику, это порядка 42 единиц, в том числе с утра подключились Зеленстрой, остальные организации. Привести все в надлежащее состояние начальник управления ЖКХ обещал к вечеру. Что касается районов республики, то здесь затруднений движения из-за снега ни на одном участке не было, рассказал министр транспорта. В противном случае встал бы вопрос о дальнейшей работе тех или иных подрядчиков. В связи с недостаточным качеством выполняемых работ в Ядринском, Красночитаевском, Аликовском районах был расторгнут в декабре месяце договор с ООО «Мизон», в котором было много нареканий, к чьей работе было много нареканий. Сейчас, на данный момент, по временным контрактам осуществляется хорошая, качественная уборка этих территорий. Между тем, уже завтра, во вторник, Чувашию накроет новая волна снегопадов. И, судя по прогнозу, спокойно спать коммунальные службы не смогут до четверга. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Сергей Адушкин, Республика.